По словам губернатора, эти выборы, возможно, станут самыми масштабными на территории за последние годы. В регионе пройдет 45 избирательных кампаний, в ходе которых будет распределено 405 мандатов. Напомним, 30 мая на сессии Законодательного собрания Иркутской области приняты внесенные губернатором поправки, сохраняющие право жителям области прямым голосованием выбирать глав муниципалитетов и органы представительной власти. Сергей Ерощенко подчеркнул, что сегодня главная задача работы региональных органов власти – изменение ситуации в муниципалитетах. Здесь, в своей работе, я перед вами всегда отчитываться, рассказывать свое понимание, вас услышать. Но вот сейчас мы должны в диалоге не забыть ни одного маленького процесса. Вот. И здесь, как раз еще повторюсь, для мэров, именно для мэров задача. Все ждали, думали, что вот сейчас надо решить, так разделить, так разделить. А проблем в муниципалитетах действительно хватает. И если где-то развитию территории мешают объективные обстоятельства, то в других населенных пунктах неграмотные действия или, точнее, бездействие местных органов власти. Ну, а вы представляете, мы одновременно говорим о будущем, да, и в Ангарске наблюдаем школу, которая 22 года строится у всех на глазах. И люди терпят и смотрят. Я удивительно, я восхищаюсь жителями Иркутской области. Я просто горжусь ими, их терпением, которые терпят эту власть, которая творит чудеса. На заседании политсовета также рассмотрели вопросы экономического развития Иркутской области и социальной поддержки населения. Все конструктивные общественно-политические силы региона должны объединиться для решения задачи повышения качества жизни людей, подчеркнул Сергей Ерощенко.